Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и в 2018 году мы первый раз выходим в эфир и сразу с обзором нашего огромного заказа из первого каталога Oriflame. Видите, какой он потрясающий, крутой. Здесь очень много скидок и крутых предложений. Многие говорят, что первый каталог очень сложный и набрать заказ практически невозможно. 450 баллов одним заказом. Легко! Я сейчас вам расскажу, что мы брали для себя или для своих друзей. Частично уже заказ забрали, но далеко не весь. И в первую очередь хочу обратить ваше внимание, то, что мы активно берем wellness для себя, для своей семьи. И всегда используем 50% скидку на витамины или на коктейль, и это помогает экономить более 1000 рублей нашего семейного бюджета. У нас здесь три коробочки витамин для дочери, для меня, для Миши и два коктейля wellness. Покажу. Витамины. И два коктейля, разные вкусы, потому что мы любим, дочка любит больше клубничный, а я ванильный. И коктейль очень полезен, а сейчас, особенно когда мы стали активнее заниматься спортом, много двигаемся, Миша занимается, активно катается на сноуборде, нам требуется больше питания, и при том, что хочется получать правильное, здоровое питание. Поэтому витаминки всегда у нас есть и в запасе. Далее я себя побаловала и взяла вот такую потрясающе красивую сумочку. Она действительно очень необычная. Я давно на нее засматривалась, думала, брать, не брать, и решила, что нужно брать, и на Рождество себе подарила эту сумочку, я ее уже даже выгуливала, получила море комплиментов, она привлекает внимание, прям бросается в глаза, как акцент. И особенно мне понравилось у нее внутри такое розовое чудо, такая красивая подкладка. Ну и чтобы сумочка гармонично смотрелась, я ее дополнила из этой же коллекции браслетом. Тоже очень удобный браслет на клепочках, то есть можно делать пошире, поуже, и он так классно оборачивает руку. Это сейчас очень-очень модно носить такие браслеты. Ну, я поэтому теперь тоже модница. Вот так он выглядит. То есть можно делать побольше, можно поменьше. Классно, правда? Немножечко сейчас не подходит под мой наряд, но в целом эта вещь подойдет под очень многие вещи. Далее, здесь у нас кондиционер для волос с кокосом и пшеницей. Шикарно подходит для сухих волос, для поврежденных волос, которые окрашиваются часто. И у нас с дочерью длинные волосы, поэтому кондиционеры у нас просто улетают. В этом каталоге идет шикарное предложение при покупке двух кондиционеров. Хорошая скидка, поэтому у меня их пока 4, но я думаю, что я еще возьму в следующем заказе. Здесь у нас 6 зубных паст, я не буду их все поднимать, они по 2 и все разные. 2, 2 и 2. Тоже великолепная цена, зубная паста одобрена шведскими стоматологами. Мы пользуемся уже несколько лет нашими пастами, и каждые полгода я хожу к стоматологу проверять зубы, как положено. Я просто хожу, она мне их проверяет, мы болтаем, и я ухожу. Она говорит, все прекрасно, лечить ничего не нужно. А раньше у меня пломбы просто вот летели одна за другой, и я или болели зубы. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу, где-то дерево постучает, все окей. Кстати, в этом месяце записалась на прием к стоматологу. Интимные гели. 4 штуки. В этом каталоге вышла новинка с ароматом орхидеи, с экстрактом орхидеи. Взяла 4 штуки, попробую себе, и 2 у меня под заказ. Это тоже под заказ молочко из серии Novage. Novage – это моя любимая серия по уходу за кожей лица, поэтому у меня есть несколько моих любимых клиентов, которые пользуются этой серией, и когда заканчивается какое-то средство, они просто дозаказывают именно то, что им нужно. Вот в этот раз у нас Novage молочко. Далее здесь 6 штук Элео. Это масло для волос. Я одно сразу открою, потому что как раз оно мне сейчас нужно. То есть из коробочки мы достаем стеклянный флакон. Обратите внимание, такой достаточно объемный и с распылителем. То есть как нужно правильно делать, я вам сразу покажу. Просто на ладонь, сначала он идет пустой, дозатор, вот, брызгаем
2-3 пшика растираем на руках и потом распределяем на волосах. Можно делать как на влажных, так и на сухих. Масло великолепно впитывается, и волосы не жирнятся, но при этом они становятся такие, во-первых, ароматные. Вы просто даже не представляете, насколько это вкусный, чудесный аромат. Волосы не электролизуются, и они вот просто гладкие, струящиеся. Масло быстро-быстро впитывается, и волосы легкие, пышные остаются, и при этом гладкие. Я масло очень люблю, и, если честно, это все взяли для себя, потому что и дочка его очень любит, и, конечно же, я. А Миша даже себе бороду укладывает этим маслом. Так что обратите внимание, для мужчин и для женщин подойдет. Но также для волос две сыворотки. Это именно сыворотка для секущихся кончиков. У меня уже кончики давно не секутся, как я говорю, избавилась от этой проблемы. Но мне нравится эта сыворотка эффектом. То есть, когда я также после масла, я беру еще две капли сыворотки, растираю на кончиках и уже втираю конкретно вот в кончики, то есть вот где-то в эту часть. То есть самый-самый конец волос. И волосы становятся гладкие-гладкие. Вчера вот я их просто не укладывала, была в бане, вымыла и как, сами высохли, как хотели. А если их вымыть и уложить маслом, потом сывороткой, то они просто как одна волна струящаяся. Мне безумно нравится этот эффект, поэтому я не экономлю на средствах. И считаю, что в этом каталоге это самая фантастическая скидка из всех предыдущих. Тоже себе и дочке. Далее у нас здесь несколько средств. Это гель для душа 3 штуки и 2 крема для рук. Это мы взяли по акции «Медальный зачет». То есть поменяли медальки, получается, что это все бесплатно. И мы это используем или для себя, или на подарки пойдет, потому что скоро праздников еще череда. У нас будет День влюбленных, 8 марта, и такие продукты, они всегда пригодятся. В заказе 2 одинаковых парфюма. Кто смотрит мои видео регулярно, тот помнит, что Askin Dant – это для нашего друга, который просто обожает этот аромат. Мне кажется, он в нем просто купается, потому что в месяц одну штуку он точно берет, а бывает и две. И новый парфюм Lucia Bright Aura с таким необычным названием. Lucia мне нравится тем, что аромат очень стойкий и не всегда он неординарный, в нем есть такие нотки изысканные, вот, которые отличают его от всех других ароматов. Один уже забрала клиентка, один остался, я все-таки думаю, что мы его откроем, оставим для себя, потому что из пробника очень понравился, очень. Также в заказе еще было 3 средства очищающих серии Essentials, 3 в одном, тоже для одного человека, моя любимая знакомая, говорит, что это просто невероятно крутое средство и стоит всего 169 рублей в этом каталоге. То есть она их уже забрала. И флакончик гель для душа с клубникой, отшелушивающий, тоже невероятно классный. Она прибежала прям, мы не успели посылку распаковать, она же стояла на пороге и говорит, отдайте мне мой заказ. Поэтому отснять не успели. А далее у нас в заказе детская серия. Это тоже под заказ для друзей. У нас малышей нету, но у друзей есть малыши, и мы пропагандируем здоровый образ жизни, чтобы дети меньше ели лекарства, больше витаминов. Это шикарный комплекс Wellness для детей, витаминно-минеральный и омега-3, то есть это жиденький комплекс такой с ароматом апельсина. Нет, с лимоном, заново. Вырежешь? Это с апельсином, а это с лимоном. Но я сама их не ела. И еще я себе взяла палетку из серии The One. Набор помад для губ. Это просто невероятное чудо. Уже идет с кисточкой. 8 оттенков от самого светлого до глубоких темных таких цветов. Просто невероятно крутая штучка. Если вы не любите разнообразие, но
как бы много помад не успевает закончиться. Это самый классный выход из положения – это взять такую палетку и каждый день менять свой образ. То светлые губы, то потемнее, то поярче. И она невероятного качества просто. Так шикарно лежит на губах, что я себе решила взять. И при том, что в этом каталоге она стоит всего 199 рублей по акции. Я считаю, что это, ну, вообще копейки. А также новинка – это новый праймер для губ. Вышел впервые в Oriflame. А много хороших отзывов слышала. Сама вот один раз только попробовала пока. Ну, есть разница. Я могу сказать, что разница есть, когда наносишь помаду без праймера или с праймером. Конечно, помада дольше держится на губах. Губы выглядят как бы более такие объемные, интересные. И помада лежит ровнее. Вот это то, что я заметила. Я когда попользуюсь подольше, то отдельно прям про праймер расскажу. Чтобы праймер получить по очень выгодной цене, то рекомендуется взять одну из помад стойких из серии The One. У меня, кстати, сейчас на губах одна из таких помад лежит, она очень хорошо. Действительно, можно покушать несколько раз, перекус устроить, кофе-паузу или так, и так далее, и так далее. И она остается на губах. Иногда бывает нужно чуть-чуть прям подправить. И я взяла светлый оттенок, уже иногда хочется что-то светленькое, иногда поярче. И я взяла такой светлый оттенок. Благодаря этому праймер получился с 50% скидкой, и помада практически идет в подарок. Обратите внимание, тоже это очень выгодно. А в серии Vision тоже идут масса прекрасных предложений. Я рекомендую такую тушь. Она очень популярна среди моих клиентов, поэтому я ее просто взяла для своей клиентки заранее в запас. И многие спрашивают про такие карандаши. Это черный карандаш для глаз. Color Box серия. Я один взяла себе, и сейчас вам его продемонстрирую, а один взяла уже для клиентки. Что я заметила? Он не имеет такого явно черного пигмента, то есть он больше похож на уголь, такой вот серый, как цвет асфальта. То есть сначала он вроде бы черный, но не настолько черный, как лайнер или наша подводка гелевая. То есть он более спокойный, то есть это, если не нужно делать там яркий такой черный выразительный макияж. То есть для дневного макияжа я даже им с удовольствием подвожу глаза снизу, получается великолепно. Но не так, ну, как бы вам сказать, круто ложатся стрелочки, вот как я привыкла пользоваться лайнером или подводкой. То есть он достаточно такой, ну, неплохой карандаш, и обратите внимание, что он небольшой. То есть если вы ожидаете, что он придет, когда мы привыкли большой карандаш, нет. Он небольшой, очень удобный для дорожной косметички, то есть с собой взять, чтобы подправить макияж. В принципе, я им очень довольна. Тем более мне нужен был черный карандаш. И у нас осталось еще крем для лица, это тоже под заказ. Это серия Natural с люцерной. Крем с люцерной. Это антивозрастной уход. У меня, кстати, такой крем брала мама и осталась довольна. Казалось, что очень даже неплохой. И два пробничка. Два маленьких пробника завершают наш обзор. Это новинки в парфюмерии. Позес расширяет свой ассортимент и будет два новых аромата для мужчины и для женщины Позес Secret. Я попробовала оба и заметила, что в них содержится одна нотка, которая вот перекликается. То есть это действительно парный аромат, очень необычный, ничего подобного еще у нас не было. И прежде чем взять этот аромат, я вам рекомендую, выпишите пробники или попросите у вашего консультанта, чтобы вам дали попробовать этот аромат, потому что он как бы выбивается из рамок всего привычного. И я не могу сказать однозначно, что он мне прям понравился или не понравился. Я его еще до конца не поняла, и поэтому я каждый день его тестирую, чтобы прочувствовать, как он мне подходит или нет. Ну, могу сказать, что аромат незабываемый. То есть, если вы его нанесете, то никто не останется равнодушным. Вот, пожалуй, это пока все. Но это не последний заказ. Уже сегодня формируется еще один заказ, тоже приличный. Ребят, я вам хочу пожелать, девочки, мальчики, все, кто будет смотреть это видео,
Будьте прекрасны. Отдавайте все, что есть в вас, все, что вам нравится, с удовольствием миру, и вам все это будет возвращаться. Будьте счастливы, пользуйтесь с удовольствием отличной, качественной шведской продукцией Oriflame, получайте не только удовольствие, но и результат, потому что ваше лицо, ваша кожа, ваши волосы – это ваша визитная карточка, и зачастую это ваш пропуск, да, на какую-то более высокооплачиваемую работу, в круг интересных, выдающихся людей. Поэтому заботьтесь о себе, любите себя, и до встречи! Пока-пока!